Лизу выгнали несправедливо. Вместо Лизы должна была уйти Вилка. Вилка или Ангелина. Типа, да, Лизу выгнали несправедливо. Потому что я, Лиза и Кира были в одной команде. Лидером mm-hmm. у нас была Кира. И мы, ну, Кира вот прям нас в натуре со дна достала. А учителя сказали, что Лиза так и не вышла из тени. Хотя она так пахала вообще ту неделю. Mm-hmm. А должна была уйти Виолетта, так как их команда с Лерой выиграла. Они получили иммунитет. Виолетте сказали: Виолетта, ты едешь домой. И они ей иммунитет. И вместо этого берут и выгоняют Лизу. А вот. Почему Виолетту за что выгнали? А за то, что она клялась, божилась, что пить больше не будет. Маме там слово давала, учителям и нажралась. Типа. Ну это вообще так себе сейчас, стрёмно такой поступок.